Привет, амигос. Ну чё, остановился я в этой закусочной. Честно говоря, возьму слово автора в начале. Честно говоря, я что-то не врубаюсь, чё, маленько что происходит в этой игре. В плане того, что я и раньше-то боялся из-за крафта, да, когда еще мы все увидели в трейлере, да, в рекламе этого Fallout'а кучу крафта вообще просто непомерную. Дома строить, там оружие апгрейдить, но я думал, что может хотя бы это надо какие-то спецматериалы для этого собирать, может быть как-то это все сделано, обыграно, но походу здесь львиную долю геймплея придется просто собирать всякое говнище, пока инвентарь не треснет и у героя пупок не развяжется от перевеса. Идти к ближайшему верстаку, разбирать эти вещи на составляющие, короче, и так раз за разом, и это полная жопотень. Это я не знаю, это какая-то... Поэтому я так понимаю, что я буду проходить эту игру исключительно с помощью подручных материалов и всего того, что можно найти уже в готовом виде, более-менее. Сейчас попытаемся обратно, твою мать, убрать. Что он делает? Убрать обратно вид, поставить нормальный. Кстати, если они здесь обжились и считают это место своим убежищем, чё же тогда труп не украли, не убрали? Эй, бармен, ваш клиент, мне кажется, совсем заскучал. Еды за стол, за мой счет. Издевательство. Издевательство над трупами. Господи, да... О, наконец-то, наконец-то. Надо как-то избавиться от привычки включать вид от третьего лица, потому что это полная задница. Его включишь и не выключишь. Хотя, может, это у меня так багует. Так, сишки. Ну, и сигарет вряд ли. О, ел... А, едатрон. Я уже думал, елдатрон. Елдатрон, это был бы прикольный аппарат. Его можно активировать. Смотрите, он створочки открывать, закрывать, но в нем ничего нет, что ли? Как насчет из елдатрона вытащить батарею и использовать ее для своего костюма? Так, если я открою карту, что здесь можно найти? О, сколько мне еще пилить и пилить. А раньше, если я не ошибаюсь... Нет, я, наверное, ошибаюсь. Мне казалось, что раньше какие-то области интересные, которые можно дойти и посмотреть, на карте отмечались заранее, то есть с какого-то расстояния, чтобы ты знал, что вот можешь пойти налево и наткнуться там, допустим, на этот дом. Теперь такого нет. Господи, это хоть сдохло? Мясо раскрыто. Да, блядь, я думал, это моя псина ебаная. Фу, бля. Да ну нахуй, ты чё? Посмертные конвульсии, смотрите, как интересно. Кто смотрел фильм «Скала», тут помнит, как там с Николасом Кейджем, как там нога дергалась у трупа. На. Что-то мой Рекс завалил службу. Какой ты в жопу Рекс? Рекс — это киберпес со второй части, а ты, наверное, еще и сучка, судя по поведению. Я буду звать тебя Петелька. Хочешь? Хочешь, будешь Петелькой? Бутылка с коктейлем Молотова. Штыковой, чувствительный, гладкоствольный. Что? Опа, а что такое? Радиация, радиация. Откуда ради... А что тут радирует? Почему счетчик не потрескивает? Гладкоствольный пистолет, кожаная броня для левой ноги плюс, холщовый капюшон, кожаная одежда. В очко себе. Что вот это гладкоствольное, что-то надо забрать. Так, отходим, отходим. Здесь что-то фонит. Так, там стрельба слева. Что такое? А, shift-tab случайно нажал. Там кто-то стреляет, а значит, ЧПДЛ спешат на помощь. С каждой вспышкой молнии, я смотрю, с радиация начинает меня колбасить. Так, оружие надо поменять. С берданкой я много не навоюю. Что у меня есть? Выкидной нож, гладкоствольный пистолет, короткий гладкоствольный с затвором карабин, наверное, да? Патрон-то у меня есть для него? Есть. Ну, кто тут против наших? Так. О! Это чей-то укреп... Опа! Турель! Сука, я ввязался в разборку между западными и южными, и меня замочат и те, и другие. Надеюсь, Рекс там не ломанулся в атаку еще.
Ёб твою мать. Понятно. Так. ХДшник за 300, пожалуйста. Принять. О, в ухо прям, смотри как. Ну. Готов, клиент. Следующий придурок. Турель там, сука, поддает жару. Я не помню, быстрая кнопка лечения на L, по-моему, была, нет? На I? Давай в туловище. В туловище быстрее попадет. Блять, это меткость заоблачно просто. Пригнулись, пригнулись, пригнулись. Солдафон какой-то сраный, собаку мою окучивает. Вообще попутал, что. Опа, на, нахрен надо. Отходим, отходим, перегруппировываемся. Сейчас, 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 я его завалю, турель, сейчас. Так, надо похиляться. Надо в инвентаре посмотреть быстрое лечение, потому что это просто полная жопа так лечиться. Бафут нахрен, бурбон в жопу. Мясо браминта. Оп. Да, мясо браминта лечение просто от бога. Мясо кротокрыса. А, вообще-то вон, полную... Полную должно развосстановить, но что-то не восстанавливает. Так, у меня есть осколочная граната в оружии. Фу, блин. Оружие. Осколочная грена. Аль, затем отпустить ее. Спасибо за дельный совет. Надеюсь, что сейчас что-нибудь я взорву все-таки. Граната пошла. Отлично. Мощь. Можно пробраться. В корпус. Единственное место, куда имеет смысл стрелять, походу. Отлично. Выстрелы мощнейшие. Самое то это, видимо, не от, а просто прорашить. Ну что, тварь? Что теперь будешь делать? Ах ты, блядь, ничего, она быстренько ориентируется в пространстве. Так, ну-ка, дробовик мне. Мне кажется, дробыша я его быстрее уделаю. Сука, тварь, говно. Бля, гранату только зря потратил, а? Дерьма на этот кусок. Кто еще-то здесь? Ёба, маму, маму делал. Да что ж тут такое-то? Тут какой-то район боевых действий. Это говно. Будем мясом лечиться. Тут же, кстати, как-то можно было поставить все это по разным слотам. Оружейным, нет? Кто это стрелял? Еще один. Как я турель убрал, они сразу, сука, повылезали. Ты посмотри, а. Страшный дамаг наносит моя винтовка. Сейчас, подожди, подожди, петелька, я заряжаюсь. Да ёб твою мать. Я так вообще не попаду, наверное, никогда, да? Еще один. Или это другой? У меня что-то со зрением. Это похоже на игру в реализме в War Thunder. Врагов тоже ни хрена не видно. О, мясо от скорпиона добавило. Я смотрю, что если ты отравлен, то... Полной ветки здоровья у тебя не будет, да? Полной полоски. С собакой с моей все нормально. А где же трупешник-то? На карте, на мини-карте труп. Так, как полечить голову? А, инфо. А, у меня нету, видимо, стимулятора, да? А, стимулятор. Так, а как его на голову-то применить?
хера не понимаю. А теперь прошла, что ли, голова? А теперь прошла. Нафиг ты мясо рад скорпиона ел. Так, где этот чувак сдох? Вот он. На самом деле это другой. Это мусорщик какой-то здесь помер. Гладкоствольный пистолет плюс. Да, их тела тут хер найдешь, зато спальный мешок нашел. Какая у него шляпа классная. Ну вот гладкоствольный, а я буду... Да ёб твою мать, я буду оружие, наверное, разбирать на запчасти. Это единственное, что я согласен еще как-то более-менее логически осмыслить. Турель с пулеметом? Лихо ее разорвало. Катушка силового реле и предохранитель — это мощь. Сразу видно, что это мощь. Бля, Рекс, где труп, ёб твою мать? Ищи нахуй. Нам очень нужны его сапоги. Хотя бы. А, вот он, ёб твою, вообще хер найдешь. А, готовый завтрак. Арбуз, нифига себе, мы арбузника завалили какого-то. Золотые часы, бля, мы серьезного бизнесмена вальнули, нихера он на арбузах поднялся. О, лазерный пистолет плюс. Кожаная броня для туловища, берет, темные очки патрульного. Заберем. Ну-ка, очки мне. Очки сварщика этого, очко себе. Рейдерская броня для левой ноги. А у меня что на левой ноге одето? Как посмотреть-то? Сварная. Темные очки патрульного. Жалко, экран не потемнел. Так, у меня оружие, патроны кончились. Жесть какая-то. 10 патронов. Так, ну и что же она тут охраняла, этот Труэль? Там ничего не было. Ну я ее обобрал там, через ее ошметки. Ага, тут чей-то домик. На дереве. Я думаю, что эта турель, скорее всего, была не единственная. Есть тут такая атмосфера сталкача, конечно. Тут не хватает только аномалий и артефактов. И вместо автомобилей зилы и вазики расставить. Ох ты, блядь. Сука, бля. Стрелок говорить? Как говорить-то? Где стрелок говорить? Ёб твою мать. Сука, отправляйся в ад, мразь. Капец, опять все кончилось. Ну, для этого-то у меня есть патроны. О! Говнище. Так, подождите, как быстрое лечение? В управлении я быстрого лечения не нашел. Если вы знаете, какую кнопку быстрое лечение, напишите, короче, в комментах. Такая little привилегия летсплейщика. Всегда непонятную хрень можно спросить у зрителя. Подожди, как? А, вот опять от нее что-то отлетело. Здесь было поговорить стрелок. Я видел, что здесь мелькнуло поговорить стрелок. Где поговорить стрелок? Я что-то никаких стрелков здесь не вижу. Стрелки мне враждебны, по-моему. Что за урод тут окопался, я не понимаю. Лестницы нету, наверх никак. Хитрожопая гнида какая-то там засела. Сейчас чувствую, я куда-нибудь... Воу-воу, текстуры, что вы делаете? Где текстуры пола-то? Чё за бред? Все на максимум. Красный цвет, зеленый цвет, но это борода полная. О, пип-бой, красный цвет. Зеленый цвет. Поменяю-ка ему цвет. Смотрите. О! Ёпты! А как пип-бой синий цвет сделать? О! Вот это космос! Вот это помню, вот это да. Только я что-то не врубаюсь, что у меня с текстурами теперь. Почему текстуры такие здесь убогие? Просто пипец вообще.
А свет все равно зеленый у пип-боя, да? Ага, здесь можно только спрыгнуть. Блять! Ёб твою мать, я ёбнулся сквозь текстуры, ну охереть можно просто. Это очень опасный мост, я вам хочу сказать. Это мост ни в какие ворота просто. Я потом еще поиграю, я, может, себе фиолетовый как-нибудь сделаю. Не, ну точно не красный. Помню, когда у меня была Nokia с зеленым экраном, я хотел всегда Siemens с оранжевым. А, у Siemens синий был. У Sony Ericsson был, можно было цвета выбрать, оранжевый там. Что-то мой песик жалобно скулит, что с ним? Патрон. Фуражка берегового охранника. Чистый черный костюм. И грязный черный костюм. Многие мне пишут, что я что-то пропускаю, но знаете, если я буду все искать, вы охренеете. Эй. Все осматривать, чтобы отдать приказ. Нет, не надо мне отдавать приказ. Нет, все-таки с голубым интерфейсом я как-то вообще не привык. Слишком как-то непривычно сразу стало, я сразу теряю... Опа. А что случилось? Это кто такие вообще? Пацаны, вы что? Нихера себе, блядь, даже здрасте сказать не дали. Сразу... А из чего это они так шмальнули? А, подождите, а какое у меня здоровье-то? А, у меня здоровья нет. Это я сохранился перед тем, как полечиться. Ёб твою мать. А пип-бой желтый мне нравится все-таки. Стимулятор мне, пожалуйста, и мясо кротокрыса. Сейчас, уроды, блядь, мы поговорим еще раз. Вы не с того базара начинаете, пацаны. Сейчас, сейчас. Сука, мне эта пушка напоминает эту из третьей части, которая шариками стреляла. Хм. Как тебе вот это, блядь, ублюдок? Ну что, мрази? Блять, опять этот кусок дерьма на колесах, а? Турель сделана из пылесоса. Посмотри, как она покусит. Собака ее сожрала. По-моему, я раньше лечился на X, нет? О, собачатина. Вот эта хрень. Сахарный борт, бомбы и рад X. Осколочная граната, еее. Видимо, я такие же турельки смогу делать. Стрелок, укрепленный снайперский карабин, вау. Грязный армейский шлем, грязная армейская форма. Да вы дезертиры поганые. Ядерная батарея 6, рулет, стеклянная миска не надо, лазерный пистолет плюс надо, кожаная броня для туловища. Грязный армейский шлем плюс. Как выходить из меню лута, я что-то не врубаюсь. Где-то еще один был наверху, их трое было. Ох ты, ёб твою мать, а это что такое? Как этот олень ездит на жопе? Подождите, у меня снайперка вроде есть, сейчас я в прицел рассмотрю. Грязный армейский шлем. А я, по-моему, шлем плюс подобрал, нет? Хрен его поймешь. Снайперское я что-то. Я что-то взял снайперское. Короткий лазерный мушкет нет. Вот. Что это такое за уроды? Я таких никогда не видел. А ну-ка, самка рат оленя. Ничего личного. Охота есть охота. Ну-ка, в башку. Бля, так у нее две головы. Смысл-то в одну стрелять. Я думаю, что убить это животное, это только избавить его от мучений. Настолько оно уродливо. Так, а где мой удобный тяжелый гладкоствольный ствол? Я смогу спуститься и забрать мясо этого аппетитного оленя? Рекс меня сейчас чуть вниз не скинул. Ну да ладно, ему простительно. Поскольку я все-таки не упал. Остальное стадо убежало? Да. Шкура. Игрушечная машинка в задницу у оленя была спрятана. Радость-то какая. Да, позу они принимают прям вообще.
Ну, из шкуры ротоленя, наверное, можно будет шубу из ротоленя сделать. Ротоленячью. Ладно, нам все-таки прямо. А вот, кстати, на миникарте что-то начало появляться, как я вижу, какие-то значки. О, нифига себе. Можно... Ни хрена, можно рукой покрутить. Стильно, модно, пи-бой. Кстати, был доступен для коллекционки, по-моему. Так, пойду-ка я прямо. Может быть, что-то там есть. Вообще, вот на карте какая-то пашня и свалка автомобилей. Надо идти туда. Да, главный герой бегать, конечно, вообще. На бег он не заточен. Так, подождите, F5 сохранение. Ух ты, ёбаный, как я вовремя, как я вовремя. Сохранился. Да ладно, чувак, забей. Ну тебя нахуй. В башку, в тупорылую. Мы видим, что я угаю как-то немножко насрать на мою стрельбу. Собака делает свое дело, она кусает его за задницу. Куда ты, сука? Он между деревьев не может пролезть, походу. У нас собака неплохой тандем. Дай-ка посмотрим, где у него криты самые. Да-да, это голова. Очень метко стреляешь. Сука, только не мою собаку, чертёныш поганый. Держись, псинка, держись. Все нормально? Здоровенную тварь я завалил. Черт. Фу, да, тут опасно, бля. Шаг лево, шаг вправо, и жопа порвана. Так, кстати, насчет того, что у меня тут левел же. Я забыл прокачать его, черт его побрал. Уровень Т. Отлично, отлично. В ближнем бою. Так, восприятие ваша способность замечать то, что происходит вокруг, на точность оружия. Харизма. Харизма, это очень классно. Число. Да. Тут дальше, смотрите, еще какие-то фиговины. Карманник какой-то. А как ниже-то? Вон я хочу. А, нет, я хочу. Бред какой-то, блядь, как неудобно. Эксперт по карабинам. Держите дистанцию, считайте убитых. Неавтоматический карабин наносит 2% больше урона. Вот это я хочу. У меня же есть какой-то карабин вроде. Надо было посмотреть эксперта по пистолетам. Потому что, судя по количеству пистолетов, мне им долго стрелять. Вот тут какой-то патриот Америки загнулся прям. У которого даже залутать нечего. Парк Rocky Narrows. Удочка. Может, здесь рыбу можно ловить? Чего? Что его знает? Да, рыбак он был знатный. Поймал одну рыбу какую-то, ее и увековечил. Стимулятор, очищенная вода. Отлично. Все, забирай. Блять, что ты делаешь? Ёб твою мать, а? Ну какое отстойное управление. Планшет какой-то. Письменный стол. Что, ничего нет, что ли? У него на стене даже нигде ружье не висит. Это трейлерный парк, судя по всему, да? Да ну нахуй, бежим отсюда в жопу. Никаких больше яугаев в задницу. Эти перестрелки сильно изнуряют. И опустошают. И опустошают мой боекомплект. Да-да-да-да-да-да, назад, нахуй! Что ж такое-то здесь? А, гуль, ёб твою мать. А, сука, чёрт бы тебя... Ёб твою мать, гули-то, смотрите, какие жестят-то как.
Блять, главный герой в руки ебется. Назад, сучьи мрази. Рекс, убери башку свою нахер отсюда. Бля, чтобы я ее не видел в прицеле никогда. Заебало я нахуй тратить на него уже эти, блядь, аптечки на этого. Сука, на эту псину, бля, беспонтовую. А, все, она не дохнет, она похромает и нормально. Модная щетка для волос. Тут я, смотрю, гуль такой причесанный выскочил, блядь. Щетка для волос. Изолента военного образца. Плитка. Наливные яблоки. Я вижу, что радиация, да. Гладкоствольный пистолет, деревянный кубик, лопатка, майка и джинсы не надо. Помощь. Рад Икс мне, пожалуйста, в задницу. Ядер кола, кексы, рвательные пластинки. Блять. Да, матрас, спать. Завтра проснешься, блядь, 3 головы, 4 члена. Как мне теперь радиацию с себя такую снять безумную? Что радиацию снимала у меня? Сопротивляемость урону. А кроме Радикс ничего и не снимала. Если я ночь просплю, радиация не уйдет. Что? Ты куда опять? А, ядер колу. Это ты молодец. А это что? Тут маленькая мразь. Кисть. А... Да, блядь, ты опять везде. Эй. Уйди нахуй, ёб твою мать. Да ты глянь, что делается. Блять, без руки опёздал. Кто так стреляет-то, ёб твою мать. Их что тут, бобры съели эти, что ли? Зелье? А, зеленые лохмотья, ёб твою мать. Нахрен они обосрались. Тут, конечно, еще можно зайти, чтобы меня радиация не уделала. Мне, конечно, нравится дух исследований, но не тогда, когда меня тут облучают постоянно до задницы. О, пиздец, опять, смотрите. Плитка, тошка, что за... Ну-ка, если я часик посплю, что будет? Да ничего. Рад Икс больше не действует. Обосраться. О, боеприпасы. Ну-ка, сохранится. Автоматическое сохранение, оно перезаписывается или каждый раз новый слот? Я вот не знаю. Да ёб твою мать. Блять, я бы свою собаку уже аж 300 раз убил. Да так и надо, бестолковый. Молотов кола. Нифига. Так, радиация, радиация. Надо вспоминать, как же я снимал радиацию в предыдущих частях, а? Там к доктору надо было обратиться, чтобы снять. Маршрутка, что ли? О, еще один. Кто-то их поселок оприходовал не слабо. Найден сигнал, военная. Огневая поддержка. Настройтесь на армейскую частоту АФ-59. Таблица способностей на ТА. Ага, это дало мне квест. Добраться до
до полицейского участка. Бля, выключи нахер это все. У этих классических композиций, тем более правообладатель всегда есть. До полицейского участка. А где он здесь, полицейский участок? Свалка братьев Джалбертов. А, тут на карте нарисовали, где я оставил свой бронежилет. Так. Добраться до полицейского участка. Ну давай. Где он, полицейский участок? А, вон он. Тут где-то рядом. Но сейчас я хочу завод разблокировать, чтобы fast travel оставить здесь. Я же не атмосферен, я не могу тут всем показывать, как я хожу по туда-сюда медленными шагами. Король атмосферности, если кто не видел, уже в первой серии убивал тараканов, подкрадываясь к ним сзади с дубиной. За полтора часа игры он нашел, он только из убежища вышел. Опа, это был выстрел. Мне кажется, это был выстрел. Да, господи. Ладно, на завод мне сейчас... Суваться нет смысла с таким здоровьем, а вот в перестрелку, залезть в перестрелку, о, графику завезли. Особенно если вдаль смотришь, вообще хорошо. Сразу FPS до 41. 48 FPS-ов. А, ну туман. Туман и тени. Брамины. По-моему, это брамины. Блять. Бой с Рад Скорпионом не входит в мои планы. Опа, сука. У него вжали слабое место, но ёб твою мать. А, сука, блядь, как ты вовремя вылез, а? Ублюдок вонючий. Рекс, принимай атаку на себя, я ебал. Оружие надо менять, нахуй, с этим, блядь. Пиздюлей только получать. Может, лазер? Урон от дробовичка-то побольше будет. Ау, чит, блядь, еще он. Отличный выстрел в хвост. Быки, коровы, блядь, деритесь за свою жизнь. Суки, блядь, тупорылые. О, он завис. Собака, грызи его нахуй, а. Да, я загнал его. Блядь. Есть, сука, в мире справедливость, а. Последним патроном, ёб твою мать. Это что такое? Это ты его зарядил, что ли? Обалдеть. Ох, сучий потрох. Помотал ты мне нервы. К слову, об оптимизации, которую так все похвалили в начале игры, когда еще не вышли на улицу. Какого хуя у меня сейчас 38 кадров, а? Ну, в принципе, еще не лагает, поэтому не страшно. Просадки здесь незаметны, потому что ничего не происходит вокруг. Подожди-ка. Это здесь я должен был помочь? С гулями, что ли? Слушайте, я игру только начал, я еще маленький, бедный вообще человек. А нахуй надо было? Ёб твою мать, они еще и заминировались. Да, жестокий мир. Это что такое мне показывают за хрень, сделанную гранатой из теннисного мяча? Из бейсбольного. Хорошо, я сохранился, но вот что я думаю, что мне... Придется поработать снайперской винтовкой и разминировать мины гулями.
Это план от Бога. 27 FPS, 26. Опа, вообще шикарно, вообще хорошо. Так, где-то здесь бомба. Мозги на полку, сучка. Есть контакт. План сработал. Разминирование идет полным ходом. Давайте, пацаны, в штыковую. Что-то вот этот гуль очень враждебно бежит и очень быстро. Удобный гладкоствольный пистолет. Штыковой чувствительный гладкоствольный. О, карабинище. О. Так, собачка, надо внимательно нам с тобой смотреть под ноги, потому что здесь где-то наложены мины кем-то очень любезным. Дикий гуль. О, как подпрыгнул, бля. А что это на карте красное? Еще гули? Гули, 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 гули. Рам-зам-зам, да? Я не вижу мины. Раньше они были хорошо видны. Патрон. О, предохранитель у него был. Этот гуль предохранялся, как мило. О. Эти гули на огров стали похожи, кстати. Компьютерный интеллект на высоте здесь, конечно. Тупи, тормози. Давай-ка в левую ногу. Как Ахиллеса в пятку убьем. Так, что, 2-0. Серебряный нож. Ну, серебро, металл благородный, заберем. Сигарета. У этого целая пачка сигарет, это побогаче. Хлоповая пряжка. О, короткая сварная рейдерская прокожая броня для левой ноги, для правой ноги, для еще для руки, для панталоны. Не, себе оставь. Так, что они тут в доме нахрен надо, бежим отсюда. А, это гремучка. Я видел, как гуль выбежал, в него что-то выстрелило. Он разминировал ловушку, видимо. Как любезно с его стороны. Погремушка. Погреми, погреми своей погремушкой сам. Челдон, блин. Все нормально. Письменный стол, компьютер этот вряд ли уже что-то. На этом компе уже в колду не поиграешь. Изолента, предохранитель, скальпель, четко. Тут ни хера, тут ничего. Крышка, пластиковый нож, ну пластиковый нож. Тактический. Ну тактический это что? Пес что-то нашел. Нифига, где он что-то нашел? Ты нашел его кишки? Какой ты молодец. Там перестрелка где-то идет, лютая. О, блядь. Пес не что-то нашел, пес кого-то нашел, придурок. Отменная стрельба. О, собака здесь помогает. Конечно, страшно помогает поначалу. Уйди нахер. Золотые часы. Патрон. Кастет, вау. О, что? Противогаз маска. Может, это от брони поможет? Ой, от радиации. Крышка, патрон, гладкоствольник с затвором, карабин. Это мне не надо. Тайник с крышульками. Это очень хорошо. Да, как тут ночи поначалу. Слушайте, тяжко сейчас вообще. С патронником какой-то, блин. Все это придется разбирать потом. Но я думаю, что разбирать и крафтить-то я смогу за кадром, по крайней мере. Ну, по крайней мере, разбирать. Я не вижу, кто там стреляет. Но война там идет вообще жесть.
зловещие мертвецы прям ходячие. Вот, блядь. Как у гули и руки, ноги отрываются от пуль. Безрукий гуль. Вот это прикол, что он пинаться будет. Ай, нравится, как гули разлетаются. Шикарно. Сохранение, пожалуйста. Да, есть тут, конечно, прикольности. Прям вообще. Вот, вот, надо было с вот этого начинать. С исследований города, в котором гули. А не то, что ты сначала узнал, кто такие гули, а потом уже их встретил. Это хуль тут спал, что ли, ёб твою мать. Эксперт по выживанию. О. Кстати, я прокачал карабин и хожу с карабином вроде как, да? Чё-то, кстати, давно никто не взрывался подозрительно. О, тайничок. Что опять собака там делает? Музон какой-то играет прям победный, как будто мы, бля, войну выигрываем тут. Собака кого-то замочила. Ай, молодец. Наверное, добила одного из раненых гулей. Лопатка какая-то, щетка. Стопка, блядь. Синебола убили. Что происходит? А, гули наседают. Понятно, понятно. О, еще и на кого они напали? Да ему, не, ему помощь-то, походу, не нужна, я так думаю. Главное, по своему не выстрелить. Ах ты, бля. Бейте бронированного. Хули он стоит, ничего не делает. В собаку в мою не попади, а то придется тебя, бля, прям в твоем костюме замочить. Гаденыш. Слушай, что за фигня? Откуда их тут столько? Жесть вообще. Помочь солдатам. Уверены, что им вообще помощь нужна была? Я тут полутаю, ты-то пацан и так не бедный. Чудо-клей. Ёб твою мать. Что такое? Может взять чудо-клей, его чудо понюхать? Чё случилось у вас? Рыцарь Кирс? Рыцарь Рис? Скриптер Хейлин? А ты тогда кто? Паладин. Блять, вы все классные ники выбрали, пацаны. Мини-ядерный взрыв? Как что привело? Сигнал ваш? Pest exterminator. I heard you had a feral problem. Evading my questions is a surefire way of getting yourself ejected from the compound. Are you from a local settlement? Ах ты неблагодарная манда. Думаешь, надел, блядь, на себя эти бабушкины кастрюли и стал бессмертным? Ну-ка, пойдем выйдем. I'm from Vault 111. You're a vault dweller? Most people wouldn't admit to such a thing. I appreciate your honesty. If I appear да, цени, цени. Because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. А хрен ли ты без шлема, интересно? Найми меня. I want to help, but I don't like the secrecy. Я хочу вам помочь, но, сука, не врубаюсь. Вы кто вообще?
Я паладин. Да, чувак, над тобой написано крупными зелеными буквами. Ты ближе к телу. Над ними тоже написано. Нам поручено провести разведку на местности. Ага. Выйти на связь с командованием. Но слишком слабый сигнал. Я перенастроил сигнал. Вот ей бы я помог. We infiltrate the facility, secure the transmitter, and bring it back here. So what do you say? You willing to lend the Brotherhood of Steel a hand? Братство стали. Бля, какие вы пафосные абсосы, как я вас не люблю. Ну хуй с вами, может ты мне батарейку подаришь, а то у меня тоже такая броня стоит, не заводится. Может его помочь чем надо, эй? Этот персонаж сейчас занят, да, блять, умирает нахрен. Не отвлекай его, он дохнет. Требуется ключ. Чувак, у вас от радиации что-нибудь есть? Я даже слышу его шаги у себя в Блять, анимация входа в здание просто Оскара достойна. Да, и 38 FPS. Да. Мы как декабристов их положили во время восстания. Ну что ж, думаю, что дальше можно идти будет в следующей серии уже. К моим новым друзьям, которые дадут мне новые задания. Никакой помощи, одни задания. Ах, стильно, модно. Вот, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.